Состояние электропроводки, путей эвакуации и запасных выходов. К проверке торговых центров Владивостока приступили накануне сотрудники МЧС России совместно с представителями надзорных органов. Речь идет прежде всего о торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, а также иных досуговых организациях. Также немалое значение для надзорных органов имеет такой аспект, как запаркованность территории торгового центра. В ходе рейдовых мероприятий специалисты государственного пожарного надзора и представители прокуратуры проверяют и состояние противопожарной защиты объектов. Это автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, работоспособность систем пожаротушения, дымоудаления. Также особое внимание уделяется на работоспособность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения. По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования и установлен строгий контроль за их исполнением. Стоит отметить, что с сотрудниками торговых центров были проведены противопожарные инструктажи о соблюдении мер пожарной безопасности, о правилах пользования огнетушителями, о правилах быстрой и грамотной эвакуации, а также о том, как действовать в случае возникновения экстренной ситуации. Максим Яковлев, Евгений Черемухин. Новости на Восьмом.